Прошлая неделя была относительно спокойной, сообщают инспекторы ГИБДД. Стражи порядка зарегистрировали 3 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. На Варламовской дороге произошла авария, в которой мужчина получил травму головы. Водитель, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, перед началом движения не уступил дорогу автомашине Toyota, которая двигалась в прямом направлении. После этого произошло ДТП. Водитель автомашины Toyota получил небольшие телесные повреждения. Также сотрудники ГИБДД выявили 8 случаев превышения норм тонировки. По стандартам передние и боковые стекла должны пропускать не менее 70% света, а лобовое – не менее 75%. Одного из нарушителей направили в суд. Он по ранее выданному требованию не устранил это условие и был доставлен в суд для статьи 19.3, где были применены к нему санкции в виде штрафа. Автоинспекторы провели профилактическую акцию «Лето – это маленькая жизнь». В этот сезон бдительность горожан снижается, что приводит к авариям на переходах. По итогам рейдов полицейские поймали 11 пешеходов, 7 велосипедистов и одного водителя, которые нарушили правила дорожного движения. 3 июля сотрудники ГИБДД отмечают свой профессиональный праздник. Это люди, которые круглосуточно несут нелегкую службу и обеспечивают безопасность на дорогах. Периодически задерживаются. Иногда рискуют на работе, потому что с разными людьми приходится общаться. Всем хочется пожелать спокойствия, удачи, поменьше происшествий на работе, ну и благополучия. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.